Джонасон входил в каждый дом, танцевал с каждой домохозяйкой, объяснял каждому уставшему мужчине, что еще будут золотые времена там, на Елисейских полях. Он надевал белые штаны и белые туфли, распахнутую на груди рубаху, выходил из дома рано утром и не возвращался до самой глубокой ночи, а иногда пропадал по несколько суток. Он пел и пел и пел, медленно опуская все на свои места. Все, что готово было обрушиться, и уже накренилось. Он оборачивал бьющиеся вещи вроде женских сердец в мягкие шарфы и косынки и постоянно протирал пыль на всех проигрывателях планеты. В перерывах коротких, слишком коротких, он улетал в лазурный берег и забегал в море в леопардовых плавках. А потом наскоро вытирался, выкуривал сигарету и быстрым шагом направлялся к личному самолету, уже повторяя, проминая губами первые строчки, которые становились мякотью всепрощения. А люди включали проигрыватели, телевизоры, радиоприемники, и везде он был нужен, и даже его смерть никто не принял всерьез. «Пой!» — говорили ему, «пой!» И он, медленный, курчавый, с бакенбардами, приближался, даже из небытия, и упрашивал, «положи свое сердце на место, не разбивай его!»